Привет! Рада, что вы заглянули на мой канал. И с вами Ольга. И сегодня предлагаю приготовить со мной вместе пирожное Whoopie Pie, что в переводе означает «Вау, ухтышка!». И если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые вкусные и интересные рецепты. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Давайте начнем готовить! Берем желатин, разводим с водой и даем ему 10 минут набухнуть. Затем распускаем микроволновки, трем цедру лимона, трите так, чтобы только желтую часть, то есть белая, будет горчить. Берем сливки и добавляем цедру лимона. Разогреваем сливки, но не доводим до кипения, чтобы цедра лимона отдала все свои масла. Затем процеживаем. Добавляем желатин. Перемешиваем хорошо. Добавляем сахарную пудру. Тоже хорошо все перемешиваем. До полного растворения сахарной пудры. Накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник на 4-5 часов. Займемся бисквитом. В миску вливаем яйца, добавляем сахар, молоко. Все хорошо перемешиваем. Берем муку пшеничную, добавляем соль, разрыхлитель и какао-порошок. Какао-порошок просеиваем, так как он вроде бы сухой, но на самом деле он жирный продукт и поэтому может быть комочками. Поэтому лучше просеять, чтобы все было однородно. Перемешиваем с мукой и просеиваем нашу массу. И все хорошо перемешиваем. Я делаю это миксером. Добавляем еще немного муки. То есть я муку добавляю постепенно. Все смотрю по консистенции. Вот такая консистенция должна получиться. Берем кондитерский мешок без насадки. И перекладываем в него наше тесто. Берем противень, застеленный пергаментной бумагой. Формируем пироженки на хорошем расстоянии друг от друга, так как при запекании они будут увеличиваться. Старайтесь сделать их равномерно, но не всегда так получается. И отправляем в духовку. Вот так вот они у нас запекаются, увеличились. Запекайте обязательно без конвекции, тогда они у вас будут гладкие, ровные, не будут трещин, рыхлости. После выпекания я перекладываю вместе с пергаментной бумагой на стол, и так вот они немного остывают. Отлепляются они очень удобно, посмотрите, какие красивые, рыхлые они получаются, воздушные, очень ароматные. Да, они немножко разные, и будем искать друг другу подходящие, вот, чтобы они подходили. Вот смотрите, какие они красивые получаются, гладенькими. Тем временем у нас крем уже остыл, мы его достаем, вот, вот такой вот он, желеобразный. Перекладываем в миску и хорошо взбиваем. Берем кондитерский мешок, у меня насадка закрытая звездочка, перекладываем туда крем. Находим пары для наших пироженок. И выкладываем наш крем
на одну пару и накрываем другой. И у нас получается вот такие, смотрите, красивые, вкусные пироженки. Такие пироженки понравятся и взрослым, и деткам. Отправляем их в холодильник. И потом, пожалуйста, кушаем с молоком, с чаем. Просто так берем в школу, в дорогу, на праздник. Вот такая вкуснятина у нас сегодня получилась. Если вам понравился этот рецепт, делитесь им с друзьями, готовьте, радуйте себя, своих близких. Хорошей вам выпечки и до новых встреч на моем канале. Готовьте с любовью, живите вкусно!